Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть The Forgotten Ones, то есть забытые. И мы находимся на том же самом этаже, на котором и предыдущие пару серий. Но у нас серьезный прогресс. Мы нашли целое огромное крыло, в котором еще куча неисследованных комнат. И кроме того, мы нашли великолепный пистолет. Он великолепно выглядит, великолепно стреляет, только никого не убивает. И на самом деле в этом крыле даже более страшно, чем было там внизу. Так что надевайте наушники, давайте приступать. Игра мне определенно очень нравится своей структурой, то есть геймплеем. Она заставляет подумать, и в ней нужно быть очень внимательным, чтобы понять, куда же идти дальше. То есть это не однообразная кишка, по которой тебя ведут, как в большинстве современных игр, а это именно игра, в которой ты сам выбираешь, куда двигаться, и тебе нужно именно понять последовательность. Ну, то есть полноценный survival horror, типа того же Resident Evil ранних частей. Так, очередной фашистик. О, этот говнюк. И эти говнюки. Говнюки одни кругом. Отсюда мы пришли, по-моему. Да, это библиотека, которая поражает своими размерами и обилием книг. Ну и кроме того, там было очень кирпично, потому что сверху постоянно кто-то ходил. Здесь у нас был небольшой приступ паники, когда на нас бросилась эта девушка. Чё, говорит, мой старый добрый, что-то я не расслышал. Но я, говорит, не хочу здесь надолго оставаться. Нам нужно найти одну пластинку, кстати говоря. И... И прослушать ее. С помощью этого мы сможем найти комбинацию, которая нам... Давайте сохранимся. Которая нам поможет разгадать головоломку с пианино, которая находится там недалеко от гротов, недалеко от склепов. Это моделька профессора Кляйнера, у которого вместо пипирки гравипушка. Окей, это, по-моему, даже более упорно, чем наша система прохождения халфы. Так, еще одна аптечка. Что еще тут есть? Вальтер может все-таки обратно взять вместо Маузера, потому что Маузер что-то... Не знаю, пусть будет Маузер. Я сегодня ни тем практически не пользуюсь. А Маузер, он все-таки, я думаю, больше урона несет за долю секунды. Так, дитя Шинзель убил своих родителей. Даже несмотря на то, что я просил его оставить их живыми. Я убегу из поместья ночью, мальчик. Подожди, я неправильно перевел. Дитя, которое привел Шницель, убил своих родителей. Я просил его не делать это. Я убегу из этого имения сегодня ночью, и мальчик пойдет со мной. Я не могу жить с чувством вины. Того, что был свидетельством такого страшного преступления. Грегор. Так, ну хорошо, допустим. Вы понимаете, да, кто этот мальчик был? Ну, я думаю, Драбунька. Хорошо, вот то, что нам нужно. Отлично. Только вспоминал и нашли. Так, а вот это вот что-то как-то не очень. Стефано! Иди сюда. Это очень тупо на самом деле. Так, хорошо, ладно, давайте хватаем, попробуем выбираться отсюда, потому что что-то мне подсказывает, что это будет не очень просто.
Запись нашли. Это посмотри, вроде спокойно, так вот это вот я уронил или оно? Если что, прыгаем сюда и отбиваемся. Так, я, пожалуй, еще сохранюсь. Мне действительно становится очень спокойно, когда я понимаю, что сохранение было вот только что. А сюда поставить не могу. Да и я и не хочу сюда ее ставить. Так, и последняя дверка, да? Ой! Я тут знаю! Ух, бляха-мух. Это игра. Ох, эта игра. Ну я же... Я 100 раз говорил, если в этой игре враг нападает на тебя и успевает добежать, тебе не поможет ни одно оружие в мире. Вы видите, что как бы я ни стрелял в него, я не могу в него попасть. А, ну где-то, где же ты? Давай, парень. Хер с собой. Это очень подло. Так, подожди секунду. То есть получается... Меня глючит или как? Вот это вот что? Окей. А там тогда что? Два одинаковых помещения. Ну, они не совсем одинаковые, видимо. Или как? Ладно, будем считать, что это нормально. Так, что у нас там? Ничего? А, нет, помещение другое. Там стояло пианино. А здесь книжная полка. Хорошо, будем считать, что это норма. Жутко, на самом деле. Хорошо, и что же? Понятно. Мы вернулись, то есть мы полностью исследовали это крыло, и сейчас, казалось бы, не совсем понятно, куда идти. Но я знаю, куда мне идти. Ты один, касатик. Так, по-быстрому сохранимся. Если сейчас еще такое же вылезет, чтобы отсюда начинать. Так, хотя погоди, куда я иду-то? Мне же не сюда, мне нужно сейчас... Да-да-да, все нормально. Я знаю, куда иду. Так, сейчас мы пойдем вот сюда до упора. Я просто перепутал. Отдышимся, конечно, сначала. И пойдем к тому месту, где там бункеры и тому подобное, потому что теперь у нас есть пластинка, и мы сможем ее зарядить. Другое дело, что, скорее всего, это будет не очень просто. Ну, сама головоломка, я имею в виду. Хотя... Посмотрим.
Так, ну что, никого нового? Это хорошо. Вот и тот. Шут его знает, что там делают, но сейчас будем разбираться. Так, а тут точно ничего не лежит такого, что могло бы мне пригодиться? Да походу нет. Ты мне угрожаешь? Смотри у меня. Я ведь могу и расплакаться. Меня беспокоит этот парень, но пока он не предпринимает попыток меня убить, так что черт с ним. Перезарядиться, блин? Охота, охота. Ага, а подлиннее не было? Охренеть. Да, это мы долго будем парить. Я уже предчувствую. Сколько здесь делений-то? Делений-то вроде три, но это все комбинация, что ли, проигрывает? Оп, 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 оп! Не прошло и часа. Скотина. Вау, вот это у нас проблемы. Я совершенно не готов к этому бою. А что, если... Я ненавижу разработчика этой игры. Я его просто... Я его вот сейчас встретил бы, я бы его убил. Потому что, я не знаю, я на эту головоломку потратил, наверное... Час. Ну, вот не соврать, честно. Вот сижу час. Я, конечно, все это вырежу, но... Ну, это пипец, ребята. Это честное слово. А, во-первых, тут головоломка сама по себе. Ну, в принципе, она, не сказать, что дико сложная сама по себе. А, просто тратит время. А во... Ты совсем тупой, да? А во-вторых, дело в том, что здесь что-то с курсором. Он все время указывает не туда, куда нужно нажать. Здесь целых 14 делений на это пианино, и нужно подобрать правильную комбинацию. Представляете? И при том, что ты, я повторюсь, нажимаешь на клавишу, оказывается, ты нажал там налево от нее на 2 сантиметра или направо. То есть из-за этого ты где-то по 10 раз начинаешь одно и то же. Я не знаю, честное слово, это было настолько упорно. Так, ну я так думаю, мы тебя долго бить будем такими темпами, да? Ну да, у нее здоровье вообще не тратится. Может тебе куда-то в определенное место стрелять, болезнь? Тебе же пофигу, так и скажи. Ну да. Так, иди поближе. Да это же просто смешно. И что вы хотите сказать, я его должен убить? То есть вы мне не дали достаточного количества патронов. Я здесь провозился. Я не вру, я реально час тут сидел. И теперь мы должны как-то его зарубать. Ну только если вот так, в принципе, нормально тратится. Я не знаю, ребят, это было просто какое-то издевательство. Я вот обожаю моды, но временами попадаются такие вот дела, что я просто сижу и думаю... Господи, думаю, чем я вообще занимаюсь? Зачем мне это?
Но потом мы все равно с этим справляемся. Это уже далеко не первый раз, когда у меня реально рейдж по поводу головоломок. Не ввиду их сложности, а ввиду их корявости. Вот. Давайте бить. Что еще тут скажешь? Я не хочу после того, как решил эту головоломку, погибать, потому что я не уверен, что я смогу все сделать правильно во второй раз. Просто потому что, ну, не смогу. Я знаю комбинацию, но я... Ох, ладно, неважно. Я не попадаю туда, куда нужно. Я уже привык там где-то, не знаю, на пол руки левее целиться, чтобы попасть именно туда, и то это получилось с сотого раза. Ох, поэтому лучше бы мне сейчас не умирать. Давай, дохни, родная. Патронов у меня уже нет. Все, ты потратил. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Иди сюда. Зарисовка, да? Сидит парень на пианино. Снизу рыцарь. А это... А, ну давай уже. Я же не буду к тебе спускаться. Ты что, думаешь, я такой дурак, что ли? У меня-то интеллект есть, в отличие от тебя. Поэтому тебе желательно бы просто сдохнуть уже. Ну? Я только посмотрю на меня. У тебя жизнь-то кончается, нет вообще? Вот так вот. Вот так и в голову себе меч воткнул. Говно. Ненавижу вас всех тут. И чё это? Мы нашли ключ. Супер, всю жизнь мечтал. Что за ключ? А вот он. Просто разрушенный ключ, то есть просто ржавый ключ. Вы что, издеваетесь, что ли? Мне после такого нужно было выдать, я не знаю, мешок золота, как минимум. Или там пулемет восьмиствольный, и желательно, чтобы из каждого ствола ракетницы летели. Ох, ребята, у меня просто рейдж. Ой, куда же мне применить теперь этот ключ? Я не знаю, я ничего не хочу, я просто... Просто хочу патронов, и я хочу выбраться отсюда, если сейчас какая-нибудь скотина хотя бы вылезет и убьет меня, я не знаю, что я сделаю. Давайте побегаем, как полные придурки. И представляете себе, так в лицо ножик воткнуть, да? Я сошла с ума, какая досада. Сраная игра свела меня с ума. Вы не подумайте, я все равно в восторге от этой игры, но просто это был перебор. Реально перебор. Только вот не надо сейчас, пожалуйста, никому вылезать, мне просто нужно сохраниться. Здрасте. Все спокойно. Хорошо, куда может пригодиться этот ключ? Понятия не имею. А еще мне бы не помешали патрончики. Так, закрыт. Будем пробовать. Не поддается. Ладно, так, кто-нибудь помнит, где у нас есть поблизости оружие, чтобы можно было поменять? Ну, можно, допустим, так. Отсюда, что ли, пойти? Не поддается. Я реально, у меня просто вынесен мозг, и я сейчас не могу ничего вспомнить. А, нам нужно обратно наверх туда. Ну ладно, пошли. Ах, парень. Хорошо. Короче говоря, выйдем к тому месту, где у нас там все и было, и там у нас и пулеметик лежит. Лучше уж пулемет, чем винтовка без патронов. Не знаю, но опять же, по поводу баланса, или как, ну, с рыцарем, то есть его пулю вообще не брали. Видели, мы, попадая на 100%, вообще не промахиваясь, мы весь боезапас усадили в него... Не знаю, сколько. Процентов, наверное, 20. Вторую сняли. При том, что у нас много всего было. Отлично, теперь я не могу выбрать пистолет. Значит, патроны мы взяли не для него.
Окей, как скажете. Так, можно было отсюда пройти просто. Ну ладно, я уже запутался. Хорошо, там снизу опять сейчас какая-нибудь хрень вылезет, да? Так, по-быстрому, пока там ничего нет, мы сходим вот сюда. Хорошо, вроде ничего нового не нарисовалось. Да блин, не нужна мне ваша коробка. Так, лучше вот так вот как-нибудь. Хорошо, теперь остается подумать. И что же мне со всем этим прикажете делать? У меня прицеливание сломалось? Игра, ты почему так со мной вообще? Зачем ты себя так со мной ведешь? Лучи ненависти, лучи ненависти. Отлично, у меня нет прицеливания. Оружие. Оружие, хоть ты. Хоть ты бы меня пожалела. Ну и что, у кого какие идеи? Куда же нам идти? Давайте попробуем. Будем тыкаться во все двери, пока не найдем какой-либо проход. Нет, очевидно, нет. Выстрелы вообще идут? Выстрелы идут. О, и прицеливание заработало. Хорошо. Фух, так, ладно. Ладно, самое главное сейчас успокоиться. Все будет хорошо. Сейчас найдем какую-нибудь дорогу куда-нибудь и будем жить себе припеваючи. Хватает, ну. Тут сейчас Вальтер возьмем. И будет у нас еще и пистолет. Вообще красота. Вот так вот. Ну нафиг этот чертов Маузер. Хорошо, кстати, а где нам нужно применить вот эту книгу? Книга тьмы. Тоже интересный вопрос. У меня есть подозрение, что мы здесь еще и половину даже не изучили. Игра, ты вообще что ли офигела? Короче, игра упала. И знаете что, давайте на этом заканчивать. Я реально уже просто, ну, вымотан. Эта игра меня просто уничтожила этой головоломкой. Могу сказать, что это было дико, дико сложно. Это было реально дико сложно исполнить. Но как бы там ни было, давайте на этом закончим. В следующей серии я уже маленько отдохнув, ну, хотя 15 минут перерыв себе сделаю перед записью следующей серии. Двинусь вперед и посмотрю, что же делать там. Вещей дофига, так что я думаю, в следующей серии мы в легкую вообще выясним, куда же нам, собственно, дальше двигаться. А на пока что все. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.